Манекенщица решилась на голый протест. 27-летняя американская модель Эмили Ратаковски частенько радует поклонников откровенными снимками без лишней одежды, демонстрируя свое совершенное тело. Однако на этот раз она решила оголиться целиком в знак протеста после решения запретить аборты в Алабаме, США. Соответствующий документ был принят законодательной ассамблеей штата и вчера подписан губернатором. Данная инициатива вызвала резкую критику многих знаменитостей, в том числе Ратаковски. На этой неделе 25 старых белых мужчин проголосовали за то, чтобы запретить аборты в Алабаме, даже в случаях инцеста и изнасилования. Эти мужчины у власти пытаются навязать телам женщин свою волю, лишая их права отказаться от воспроизводства. В штатах, которые пытаются запретить аборты, проживает наиболее высокий процент чернокожих женщин. Речь идет о классах и расах, и это прямая атака на фундаментальные права человека, которые заслуживают женщины в США и которые защищены судебными прецедентами. «Наши тела, наш выбор», — написала Эмили Ратаковски. В комментариях ее поддержали множество знаменитостей, которые высказали манекенщице слова поддержки. Однако многие обратили внимание на необычную форму протеста Ратаковски – голышом. В частности, на фотографию отреагировал официальный аккаунт известного порноресурса Pornhub. Этот комментарий с двумя эмодзи с неприличным намеком собрал множество лайков.